без объявления войны германцы напали на нашу страну. Отставали наши подвергли бомбардировки. У меня есть младший брат. У меня есть младший брат. Он давно уже солдат. Он давно уже солдат. А когда я подрасту, тоже в армию пойду, тоже в армию пойду. Вчера уже под конец дня одна из групп отряда «Соболь» обнаружила останки бойца. Металлоискатель выдавал мощный сигнал под ним. Поэтому сейчас, едва дождавшись утра, ребята вновь отправляются в поле, чтобы поднять бойца и узнать, что скрывается под ним. Было бы неплохо найти сейф с документами, такими, которых нет в архиве, потому что часто какая-то часть воевала, ее документы остались вместе с солдатами в земле. Тут хотелось бы такое найти, и на наш взгляд это вполне реально, потому что под бойцом показывают очень много металла, поэтому там все может быть. Мы же не просто так выезжаем вот от фонаря. Сначала мы работаем в архиве. Мы поднимаем документы, донесения, карты той поры. А на местах боев, где окопы, траншеи, там, ну, очень несложно восстановить картину боя, еще имея в руках документы. Мне кажется, это не с портупеи, а с подсумка больше поможет. Да, подсумок нам не тянет. И находишь бойца, там, у которого там пуля в позвоночнике застряла. Ты же прекрасно это все понимаешь, как это все было. Вот это от позвонка отросток. Да. Не отросток. Ну, отросток позвонка. К сожалению, так в Красной Армии был поставлен учет, что немцы в этом плане, надо отдать им должное. У них все были с жетонами, на жетоне не писалось имя, там был выбит код, в котором было и имя, и подразделение, и все, что нужно. А в архиве у них полные списки. Вот они работаем, когда по программе международного сотрудничества, они приезжают, все, у них по вот этому району все списки, все, вот оно, стройными рядами. У нас такого нет. Не, хороший нужен. Она хороший арбуз. Кто не работает, тот ест. Давай попробуем сейчас от души. Где Александр Борисович? Мама Саша! Арбуз просто джан. Он даже работает еще. Что-то я понимаю, что я что-то не понимаю. Да? Ящик от патронов, скорее всего. Проверим. Обалдеть. Это надо сфоткать. Лента пулеметная. И сюда снимать. Зачем крестьянину там или ребенку патроны? Вот этого боялись, и поэтому какой для них интерес это все. Стащили, в яму закинули, а потом же все пахать начали. Все эти поля. Так их по большому счету истаскивали-то в ямы поэтому, потому что весной они стали все раздуваться тут, на поле пухнуть, их стали убирать в ямы, чтобы можно было на поле работать. Одним бойцом мы нашли второго. Череп побитый. Это ж не дозор. Пока зубы все целые. И даже не больные, то есть. Наверняка был молодой какой-нибудь. Пацан. Что, мы его тоже складываем так, как лежал? Так ты красавчик. Нет, этого, наверное, по анатомии. Можем его не уложить. Не, прямо. Как ты по согнутому человеку поймешь? Ну ноги, смотри, длинные. Ну и что? А может у него тело короче? Блин, ну сравни со мной. Не, ну он не маленький. Лишь рядом. Вот так я с ней спорю, да, порядка. Давай, ну-ка, согни. Кому будем прикладывать к трафарету?
Самое сложное, конечно, выкладывание это. Раскладывать ребра правильно. И собирать кисти и стопы, потому что очень много мелких костей. А надо проверить, чтобы они были все. Немецкое производство, тяжелое. Из костей достали. Грудная клетка. Это самая пуля, от которой он погиб. Смотри, насколько я проплыл далеко от просто. Костян, уйди, пожалуйста.